Клава, мы сюда заехали посмотреть на красивую бухту, в которой расположен этот красивый город. Кстати, он напоминает очень средиземноморские города, которых очень много за границей. Сейчас посмотрим, что же это за балаклава. Смотрим на балаклаву. На самом деле это небольшая бухта. И очень много здесь стоит яхт. Посмотрите. Напоминают Венецию. Чем-то, да. Заводы Инкерман. Это винные заводы, которые выпускаются здесь, в Крыму. Они очень ценятся, так же, как и Массандровский завод вин. На любой из яхт здесь можно прокатиться. Смотрите, какой живописный вид. Маленькая Европа в сердце Крыма. Здесь можно подкормить рыб. Вот вы видите, кормят рыбочек. И вот они все маленькие, целые тут тучи. Давай Ксению кинем, и она ухватит рыбу, и мы ее Ксению вытащим. Колоритная балаклава чем-то напоминает Венецию. Смотрите, какой вид открывается. Немножко, если зайти повыше. Находится на бухте этот городок. Морские прогулки здесь самый востребованный вид туризма. А вот вашему вниманию представлен плавучий ресторан «Принц». Улочки Балаклавы настолько узенькие, что иногда здесь только-только могут разъехаться две машины. Вот сейчас мы это видим. Репортаж из крымской Венеции. Так можно назвать этот прекрасный город Балаклава. Вела Наталья Шадрина. Всего доброго, до новых встреч. Подписывайтесь на канал и обязательно ставьте лайки.